Владимир Владимирович Путин развелся со своей женой. Наверное, он и ее заебал. Всем привет, меня зовут Чак, и у меня нет жены, но зато у меня есть для вас хорошие и плохие новости. Мы начинаем! И начинаем мы сегодня с плохой новости. Кошку британского министра финансов подозревают в шпионаже. Кошка по кличке Фрея любит гулять сама по себе, как и любая другая кошка. Но спецслужбы Великобритании подозревают, что как раз во время одной из таких прогулок ее могли завербовать китайцы, напихав в нее множество различных шпионских гаджетов. Фрея, как и ее высокопоставленный хозяин, часто бывает на правительственных, военных и прочих секретных объектах, куда вход обычным людям, а уж тем более китайцам, строго воспрещен. Но есть и хорошая новость. Внимательно присмотритесь к своему любимому коту. Если он ведет себя как-то странно или, может быть, даже вызывающе, то, возможно, внутри него, кроме глистов, дерьма и консервов, есть что-нибудь стоящее, например, диктофон, флешка или даже китайский айфон. Это хорошие и плохие новости. Мы продолжаем. Мы не в курсе, есть ли кот у Стаса Михайлова, но мы в курсе, что, возможно, совсем скоро у Стаса Михайлова появится свой собственный памятник. Общественное телевидение России, новый государственный канал, созданный при поддержке правительства России и лично Дмитрия Анатольевича Медведева, более известного как Димон, начало сбор средств на установку памятника Стасу Михайлову. Памятник из чистой бронзы планируется установить на набережной города Сочи, где любая женщина России старше 35 лет наконец-то сможет прикоснуться к прекрасному и встретить закат на берегу моря в обнимку со своим кумиром. И это хорошая новость. Но есть и плохая новость. Для установки памятника Стасу Михайлову требуется много денег – 2,5 миллиона рублей. И если деньги не удастся собрать, то в целях экономии памятник будет изготовлен не из бронзы, а из говна. Ну, я думаю, особой разницы никто и не заметит. Это хорошие и плохие новости. Мы продолжаем. Ну, памятник Стасу Михайлову мы уж как-нибудь переживем. Самое главное, чтобы он не выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра города Москвы, которые состоятся уже в сентябре. После того, как мэр Собянин добровольно слился со своего поста, на место столичного городоначальника претендуют следующие персонажи. Человек-кепка, человек-шпала, человек-хомячок и человек в очках. Кто все эти люди и чего они хотят, мы не знаем, но есть и хорошая новость. Наш любимый Человек-паук тоже баллотируется на пост мэра города Москвы, и он даже прислал нам дико угарную эксклюзивную телегу, например. Привет всем подписчикам телеканала Далай-Лама. Как бодрость духа! Как вы знаете, 8 сентября Сергей Троицкий Паук станет мэром Москвы. И всем, кто голосовал за него, будет масса различных благ. Естественно, мы сделаем и пользу для вас, например. То есть по РТ будет идти моднейшее шоу «Далай-Лама», а все новости будет вести Чак. А «Хоббит» вместо Макаревича будет готовить вкуснейшую и моднейшую еду. Также у вас появится возможность пороть прямо через телевизор Сашу Грей. Также паук всем обещает множество лайков и диких половин. А также подарит всем котов. А кто не будет за меня голосовать, я устрою такую кузькину мать, что сатана вам покажется королем доброты. Понятно вам? Голосуй за паука, не будь похож на петуха. Ведь если паук не станет мэром Москвы, то плакали мои 5 ящиков моднейшего крымского портвейна. А это плохая новость. Но не будем сегодня заканчивать нашу программу на плохой новости. Специально для всех вас главная новость дня. Далай-Лама ищет дизайнера. Так что если вы дизайнер, то вот эта вот ссылка специально для вас. Мы ждем вас. А на сегодня все. С вами был Чак. И это были хорошие, плохие новости. Увидимся на следующей неделе. Интересно, за паука можно два раза проголосовать?